иду за машиной после тренинга изодинамического. Вот так вот иду. Груши. Тютина растет. Это, по-моему, орех. Прямо на улице. Да, вон орешки. Вон орешки, видите? Орешки, орешки. Вот орешек. Солнцем палимое, ветром гонимое. Движемся мы. Странники, странствуем по своей жизни, по планете, по планетам Солнечной системы, скорее всего, галактики. Давайте галактику возьмем. Насчет Вселенной, может, и тут что есть, но, как бы сказать, смелость мечтаний не позволяет. Ограничимся галактикой. Галактика. Вот так, солнцем палимые, ветром гонимые. Движемся мы. По городам и весям, по судьбам людским. О, вечная стройка. Не один сосед, так другой. Вот. Дом. Видите, часть дома. Вполне нормально. А вот это часть дома. Еще эти бревны, видать. Кто тут живет? Все это уже. Ну чего-то это. Забрать нельзя. Не дам. Вот мы идем, солнцем палимое, ветром гонимое. Температура где-то градусов 35, а может и побольше. Ну что для казака? Он свой казачий ход движется вперед. Да, ветер навевает, солнце освещает. И движемся по своим местам родным. Вот так вот. Кстати, у меня была возможность практически жить в любом месте. Когда книги мои хорошо шли в Петербурге, осесть. Погода не нравится. В Москве залечь на Рублевке. Суета какая-то. Можно, конечно, было там в Сочи. Краснодарский край, где-нибудь еще. Ну вот, решил, там, где я родился, тут и загодился, и загодился, и закатился, загодился, закатился, заявился, короче, в рост. Вот я и иду. Солнцем палимый, ветром гонимый. Иду. Ух, земля нагрелась. От нее как от сковороды идет жар.
Да, градусов так это. Градусов так это сейчас мы, чтобы быть объективным. А я-то свой телефон забыл дома, тра-ля-ля. Ну ладно. Короче, можете поверить. На слово от 35 и выше. До 40-то может быть. Аугусто. Как вам этот типаж? А то мне говорят, я там в дерьме, в дерьме. Ну так надо вылазить с дерьма, если ты хочешь. Ёкарный бабай. Тема дерьмеца оказалась популярная. Кстати, недавно я буквально-таки вчера смотрел по культуре России. Фильмяшечку о колыбели демократии, Афинах. Афины, колыбель демократии. Вот. Ну и что, колыбель демократии? Значит, кто-то был демократом, а на него работала куча рабов. Вот такое оно, демократическое общество. Кто-то там рассуждает о высоких материях, о том, о сём. А чтобы иметь время рассуждать, надо его иметь, чтобы тогда на тебя кто-то пахал. Куча рабов трудились в рудниках, добывая серебришко своим хозяевам, чтобы выплатить 1 килограмм серебра, надо было вынуть 4 тонны породы. Вот тебе и демократия. Такая вот она. Для кого-то. Для кого-то. А для кого-то... Ё-моё, это вообще кошмар. Это наша цивилизация. И все так же продолжается. И по сегодняшний день. Кто-то тут за нас решает. Кто-то там делает. Так что смотрите фильм «Кин-дзо-дзо». Там очень хорошо. Вначале вешают колокольчик под носом. И в случае чего пригрозят, мы тут тебя, как там они называются, ну как-то, короче, уничтожим так это. Испарим. Ага. А туда дальше уже говорят, слушайте, а тут стоят только в клетке, стоят на коленях и в намордниках. Колокольчика мало, надо намордник одевать. Вот так вот и живем. Вот так и живем. Хлеб жуем и ходим. Но, тем не менее, в потенции каждый из нас может летать по планетам галактики, может быть, даже Вселенной. То есть в потенции. Но мы эту потенцию не развиваем. Вон, пацаны идут. Номер 10. Вот так и я ходил. Я не знаю, как сюда прийти, потому что я не знаю.
А солнце все выше, а солнце все жарче, а зной все сильнее. Он палит, как в пустыне. Перебегаем. Будучи пешеходами, мы перебегаем. Ну что, это что, рай? Я живу в раю. Рай за забором делается. А вокруг совершенно иная обстановка. Как в Кин-дза-дзе, кругом песок. Вот такие вот вещи. Эти, тем не менее, народ ходит. И жара нипочем. Привыкшие. Степняки мы. Степняки, понимаете? К жаре 40 градусов. К морозу тоже может 40 градусов быть. Климат резко континентальный. Чуете? Какие испарения идут тут. Все высохло. На корню сохнет. Собачки бегают, как ни в чем не бывало, да? Мы казаки. И это все сказано. Вот комплекс этого спортзальчика. Вот в этом спортзале я прозанимался несколько лет. Ну, с 75-го года, примерно по 80-й. Тягал тяжелую штангу. Вот там, где выход, вытащили помост. И время было как раз где-то часов, наверное, 5. То есть пекло еще то. Люди идут с работы, а я вот там, где дверь, поднимаю тяжелую штангу, ну, там 140. 140 для первого оттяжа, который делает за мастером спорта, так это, детский вес. Смык, 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 смык. Ну, выглядит штанга, конечно, солидно. Идет бабуся, смотрит. Ой, говорит, ой, да что ж ты себя так? Что ж ты себя так истязаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, вот в это вот спектр диагностика мне делали томографию. И сказали, переломись. В любой момент. Это был 16-й год. У любой момент переломишься. Я говорю, а как же лечиться, доктор, будем? Да, будем делать витаминчики. Там, ну, может быть, массажик. И наблюдать. Вот. Вот такое вот лечение. О, тут сразу же лечим и ритуал-сервис. Пошел туда, засиделся на этой земле. Вот. А кто-то упирается в этой жизни, не соглашается туда идти. И вот вся задача в том, чтобы грамотно упереться. И тогда можно пожить. Столько, сколько пожил. Не обращая внимания ни на спину, ни на что. Скакал как по жизни, по судьбам. Вон машина едет, вот она мчится. А если бы я сейчас помчался, то все,
не было бы блаженного Генки. Вот. В этом доме родственники наши жили. Как-то у них мор пошел один за другим. Остались дети. И потом судьбинушка раскидала их по странушке. Это камень Шахтинский. Сестра постарше оказалась Зарайский. А это вот... Даже затрудняюсь сказать, по каким он городам и весям. Такой, как я, мальчонка. Прополз. Пробежал. Да. Ну что, жарко? Жарко, да? А ты еще черная, ё-моё. Оденься в белое. Да. Оденься в белое. Улица была 40 лет октября называлась. 40 лет. Что ж это сейчас за улица? Да, ну вот. Посадки удобряешь. А нет, это засохнут. Сейчас узнаем, во что ее переименовали. Чуть ли не центральная была. Чуть ли не чуть ли. Дома, видите, такие построенные. Ой, под лопаткой побаливает. Под лопаткой побаливает. Что-то там прострелилось, застудилось или еще что. Выходит, травма якась. Но тем не менее, сегодня 260 я потянул. Это, как говорится, о чем-то говорит. С прострелами особо не потянешь. Так, девчонки. Короткие ёбчонки. И сладкие пирожки. Ну, идем дальше. А, Ворошилова. О, Клим Ворошилов и братишка Будённый. И братишка Будённый. А мы идем 19 минут. Часы из Купертино отсчитывают шаги, километры, пульсометрию. Кстати, какая у меня пульсометрия? Сколько? 127. Вот это да. Чуете, после тренировки еще ты будто в бане. Не в бане, а в сауне. Идешь в сауне. Вот такое вот сердечко должно быть. Крепкое, крепкое. Представляете? Какое сердечко у меня по такой жаре расхаживать. Кошку хорошо подкармливают. То-то-то все. Это у нее, наверное, второй обед начинается. Второй обед начинается. Кстати, у меня раньше такая беленькая машинка была. Новенькую взял. Ну, очень, очень достойно ездил. Потом сын. О, сын от нее был без ума. Кстати, я сейчас иду и вижу, энергетика возросла, я вижу летящую уточку в небе. Платиновую надо мной. Знак возросшей энергетики. Вот такие вот вещи. Кстати, я когда сегодня первый, самый первый подход сделал, дожим ногами на весе 264 килогерца. И только раз, даванул, как бы сказать, настрой. Такой хоп. И знаете, голову так повело. И я вижу, знаете, такие блестящие мушки. Только тюк-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 тюк. Можно сказать, энергетический всплеск. Пошел такой. Такие, не знаете. Некоторые говорят, это искры Фохота. Ну, а другие могут сказать, до этого у тебя галюники уже у блаженного появились. Появились уже тут галлюцинации тут. Тут-тут-тут. Короче, бузишь. И тебе тут уже тут такое прикажется, привидится. Но тем не менее,
Вот она реальность. Реальность. Потом жарким я обливаюсь. Кровью члены все охвачены. Пульс колотится 127. А я иду вперед. Казачий ход. Раз. Только вперед. То есть вы уже так понимаете, какой должен быть у человека запас прочности, чтобы вот в такую жаришу, как в сауне, он тут идет 22,5 минуты, и как ни в чем не бывало. Вот. И как видите, не я один хожу. А раза в два моложе меня ходить, но ходить. Кстати, вот он пират. Вот он пират. Хорошая у него рубашечка, штаники такие, кроссовочки, ну и шляпа. Вот так-то. Что касается пола, посмотрите, мне кажется, это женский образ. Ой. Извините, заработал желудок. Благородная отрыжка. Ну, это нормально, не стесняйтесь. Показывать дюже, конечно, ее не надо. Но, тем не менее, это говорит о нормальной работе организма. О, поехали в Сочи. Гранд Сервис Экспресс. Я знаю людей, которые выкупали вообще один вагон и едут. Вот такое было. Травой запахло. То есть у меня ковида нету, раз я запах чувствую. И со вкусом в порядке. А солнце все выше, а солнце все знойнее. И палит, и палит. Вот видите, люди работают. А кто-то в кабинетах сидит. Демократия. Афинская. Вот такая вот она. Иметь кучу рабов, чтобы на тебя работали. А ты будешь заниматься высоким. Чем-то таким высоким. Рассуждать. Философствовать. Там еще что-нибудь такое сочинять. Так-та-та-та-та-та-та. Вот такая она. Поэтому я не захотел участвовать во всем этом паряде. Параде. Я начал заниматься. Так, тут я перебегаю. Сейчас я пешеход. А буквально минут через 5 я буду водитель. И буду ехать. И как бы сказать, пешеходы. Жарко вам. А у меня тут климат-контроль. А у меня тут массажер, музык. И вообще. Вот бедные женщины, видите, тягают. А руки только даны на то, чтобы что-то носить. Вот как это назвать? Тягаем и все. Да. Мой путь продолжается. Вот это воинская часть. Это воинская часть, где я прошел курс молодого борца. Прежде чем меня отправили
спортроты отправили в Буйнакск, где приписали, месяц подержали. И за этот месяц, вернее два, что я провел здесь, курс молодого бойца проходил. И в Буйнакске с меня ничего не осталось. Тот Генка, тяжелоатлет, 100-килограммовый, с хреном килограммовым, да, превратился где-то в 80-дюймового килограммового баскетболиста. Что когда я пришел первый раз в спортзал, зашел у тренера Семена Исаковича Розенфельда, мои же так будущие друзья, тяжелоатлеты, солдаты, спросили: а это что это тут за солдат пришел? Что это за баскетболист? Рост 1,90 м. 1,90 м. Кстати, сейчас я, наверное, 1,90 м. После всех этих вещей у меня выправляется осанка. Можете посмотреть. Ой, посмотреть на мини. И, кстати, а жена как в бане. Отсюда дышит, знаете, вот есть печка каменка там, парной, в этой, где-то, в которую подбрасывают водицу. Так вот, от земли вот такой вот, от асфальта все там, градусов 40 точно, тут, а если не более. А я иду, казачий ход, и я уже пришел вперед. И, кстати, сейчас я с пешехода превращусь в автомобилиста. И это хорошо. Вот он мой беляш. Он же Моби Дик. Он же повезет меня. Повезет меня, меня повезет. Вот так вот бывает, да. Пульс 133 был, а? Как вам? Запас прочности. Это вам не кухры-мухры. Ага, все. Ну вот. Машинка, все как положено. Вопрос. Я задавал этот вопрос самому себе. Люди ездят на таких машинах. А чем я хуже? Чем я их хуже? Что у меня? Рук-ног нету? Или голова не та? Жарища! Ё-моё, еще больше. Сейчас будем садиться. И, конечно, видите, я тут уже потею. В свое оправдание. Каждый из нас может придумать кучу всего. Но, знаете, ценится все-таки не оправдание. Вот что-то тут у меня жизнь, вот как она началась, так она там и осталась. А ценится результат. Результат, который вы затратили. Не один десяток лет. И получили какой-то итог. Но, как говорится, это не главное. Что да, конечно, тут машина, хорошо. Мне больше радует то, что я
в 2016 году, практически уже будучи в таком прединвалидном состоянии, хожу, брожу, одним словом, еще зужу, и это главное. Смотрите и радуйтесь, просто радуйтесь. Важно радоваться за себя, за других. Радуйтесь. Банька еще та, будто ты сел на раскаленные плиты и греешь себе попу и спинку. Вот так-то. Ладно, поедем, поедем мы. Закупорим стекла, закупорим окна. Потом жарким я обливаюсь, кровью члены все охвачены. Сейчас включим музон. Сейчас включим массаж. И прокатимся. Вот такой вот контрастный образ жизни. То ты идешь, солнцем палимый, ветром гонимый, потом жарким обливающийся, пульс до 133 у тебя, а потом едешь у комхворти, руль нагрелся, обжигает. А как говорил мой отец, если ты чувствуешь, что обжигает, это уже температура где-то около 50 градусов, когда тебя обжигает. То есть выше где-то уже 40, обжигает это где-то, это уже P50 градусов. Что руками трудно взяться. Вот такие вот. Уж за эту черную я молчу. За черную. Черные так ожигают. Радусов 60. Панель разогрелась. Ё-моё. Но зато машинку помыли, стекло отодрали вроде как. Ну, едем. И едем мы, и едем тра-ля-лям, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Нам весело живется. Мы песенки поем о том, как нам живется, о том, что мы жуем. Эй, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля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 . Да, и такие машинки теперь. Хе-хе. Как бы сказать. Не чувствуем своей ущербности, глядя на проезжающие машины. Да, потенциал у человека, как у Бога, сведен к уровню раба. Вот отсюда делайте выводы. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, мы везем с собой кота, чижика, собаку, печку, забияку, обезьяну, попугая. Росгвардия поехала. Вот компания какая. Вот компания какая. Эх. А, помните дорогу? Вот сейчас пойдет дорога, по которой я тут ходил, бродил. Туда-сюда. Да, за руль не возьмешься. Нам и весело живется, мы песенку поем о том, как нам живется, о том, как мы живем. Та-ра-да-ра-да-да-дам, та-ра-та-та-та-та. Каждый строй так и норовить взять человека в оборот.
чтобы он был его там каким-то там винтиком во всем этом механизме под названием там демократия, свобода, равенство, братство. А на деле ничего подобного, ничего никак. Так, гутарят горнохваны, вылезли туда-сюда, обложили себя зарплатами. И поживают. А вы там как хотите, там у вас и не знаю. Я как услышал там, у кого там зарплата, то ли там у кого-то там в мэрии, у кого-то там, то ли у председателя мэрии, ну что-то там такое, поэтому что-то там на типа 160 миллионов в месяц, и он там ничего не делает, что-то говорит, что-то там инициативу кто-то выдвигает, а он там, да зачем ему какие-то инициативы, он уже сделал свою инициативу, помните вот эту построечку Пилищенко 11, шли мимо, можно было жить в ней, можно. А я не захотел. Вот не захотел и все. Ой, мало сказать, что каждый хочет, вернее, волен жить, как он хочет. Вот это все еще волен хочет воплотить еще в то, чтобы это случилось. Хочешь волен. И пока до этого дойдет, глядишь, шестой десяток, и уже у вас пойдет. Ну, может, раньше у кого. Есть такие, у кого это все раньше бывает. Бывает. Так, ну что мы будем делать? Будем гонять машины туда-сюда. Одну выгоняем, другую ставим и так далее. Вот это вот житуха, ёханый бабай. А вот он раёк. Раёчек. Сделанный своими руками. Не какой-то там дядя пришёл с тётей. И что-то тут за тебя начали делать. А ты сам. Потому что поживший, сейчас я скажу. Ой, ну, грубо говоря, в 94-м году мне было 40 лет. Вот, поживший вот в таких условиях, как я вам показывал там, на улице. Появилось желание и возможности, то есть 40 лет были потрачены на то, чтобы можно было осуществить желание. Так вот, появилось желание и возможность через 40 лет сделать себе достойное жилище. Смотришь, куча воробьев, не спросясь, заселилась. Горлицы тут заселились, стрижи и еще какие-то птички. Все лезут там, где хорошо. Даже коты там приходят, валяются. Вот. И следом за этим другая мысль в голове возникает. Благодарность Всевышнему, что Он позволил тебе все это иметь.
И ты понимаешь, и если ты где-то накосячишь, то вот это все может отняться в одно мгновение. И 40 лет не понадобится. В одно мгновение. Опа! Вот так-то научишься Господа любить. Так, вот такие вот мысли. И, как говорил Самодумов, если вы не понимаете, это ваши проблемы. Понимаете, ваши проблемы. А я покачаюсь, сейчас солнце выйдет. Немножечко отдохну от прохода. Шутка ли? Знаете, сколько я проходил сегодня? Сейчас скажу. Слаживаем вот эту вот сумму. Сначала сложим двойки. Это 6 километров получится. Дальше вот это 27, 28 и 20. 60 примерно. Вернее, 600. Где-то 750 метров прошел. Да? Да, 750 метров. 6 километров, 750 метров. И в основном по солнышком освещенной территории. Да, и хочется песенку попеть. И я часто пою: сердце к сердцу любовь зовет, а лодка знает на речке, которая куда плывет. Сердце к сердцу любовь зовет, а речка знает, куда несет. А там, наверное, все-таки лодка. А лодка знает, куда плывет. Плывет она в основном по течению. Хорошо, лепота, 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 лепотушечка. Лепота, лепота, лепотушечка. Так, они полежат ли нам? 15:27. То есть можно немножечко отдохнуть, полежать, почитать, что там на Ютубе творится. Что творится, как творится. Да, и заодно выложить это видос. Видос этот выложить. Пойду-ка я, наверное, сделаю, да? Кому интересно, посмотрят. Скажешь, сказал ложь, давний намек. Добрым девицам и молодцам урок. Главное правильно воспринимать любую информацию и на основании ее действовать. А действуя, вы меняетесь, а меняясь, вы преобразуете окружающий вас мир. И именно от этого требует нас, наш Господь Бог. Я так думаю. Не знаю, как вы. Как говорится, это ваши проблемы, как вы думаете. Как думаете, так и думаете. А я пошел видосик пилить.